Дональд Трамп, уходящий с поста президента США, может в последние дни воплотить в жизнь свою последнюю инициативу – рассказать миру об истинном происхождении коронавируса. Ожидается, что будут опубликованы сенсационные доказательства того, что вирус – это утечка из китайской лаборатории в Ухане. Вашингтон хочет доказать, что Китай, а не кто-нибудь другой, является источником заражения всего мира. Как пишут журналисты, Майк Помпео представит веские доводы о том, что Китай виновен в пандемии на всей планете. Он также сообщит, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении и опасности нового вируса COVID-19. У американских спецслужб на руках все данные о том, что коронавирус выведен искусственно, разработали его в китайских лабораториях. Там проводились военно-медицинские опыты. В какой-то момент что-то пошло не так, и вирус вырвался наружу. Сейчас американские власти думают над тем, как достойно ответить Китаю.